Всем привет! Сегодня я снова снимаю видео про скетчбуки, и на этот раз я вам покажу свои старые скетчбуки. В этом я не рисовала, наверное, почти год, а в этом полтора года, или даже почти два. Ну, в общем, сейчас сами все увидите. Начнем, наверное, вот с этого, потому что в нем все черно-белое и много зинтангла, дудлинга. Думаю, вам будет интересно. Первый рисунок – вот такой город с упоротым солнцем. Видите эти глаза, да? Они смотрят вам прямо в душу. Дальше упоротый волк кривой, с разными глазами и вообще кривой мордой. Ну, что ж поделать. Дальше вот такой ворон. В принципе, неплохой, но здесь явно не хватает тени, он сливается с фоном. Надо доделать? Нет. Здесь вот такой узорчатый слоник. И здесь тоже не доделана тень наверху, и вряд ли когда-нибудь будет доделана. Кот. Странный пестрый кот, который сливается сам с собой. Дальше русалка. И вот знаете, вот так делают все люди, которые не умеют рисовать руки, в том числе я. В общем, я спрятала ее в волосы, точнее, пыталась спрятать. Все люди так делают, не умеет рисовать руки. Это печально. Дальше незаконченный рисунок с птичками, на который я прокинула стакан чая, страница покоробилась, и это так расстроило меня, что я не смогла продолжить. Вот такие елочки, я их рисовала перед Новым годом, и здесь опять не хватает теней. Ну ладно. Барышня совершенно без построения, но симпатичная и с узорами. Ну и что, что без построения, зато с узорами. Это недоделанный рисунок. Такая вот девушка в узорчатом платье, которая смотрит куда-то в пустоту. Дальше вот такой вот город. Тоже недоделанный, к сожалению. Все в узорах, даже небо. Потом, о, вот этот варан мне нравится. Только он слишком пестрый и, наверное, даже не видно, что это варан. Но неважно. Он совсем такой узорчатый, здесь все очень тоненькое. Дальше вот такое вот дерево. Бессмысленный, беспощадный скетч с деревом, растущим из сердца. Какие-то шестеренки тут еще, не знаю, все как-то кривенько и пусто. Дальше, что у нас дальше? О, вот эти попугайки, которых тоже надо доделать. Неплохие такие попугайки, узорчатые, хорошенькие. Дальше рисунок двух ласточек в цветах. Ничего особенного, идем дальше. Потом вот такая вот барышня с пустым почерневшим глазом. И опять без построения. Но тем не менее она мне нравится до сих пор, спустя полтора года. Такой пустенький скетчик с горами и солнышком. Я его рисовала на лекции, я точно помню, мне было очень скучно, просто очень скучно. А вот это одна из немногих цветных работ здесь, но она ужасная. Ну не то чтобы прям совсем ужасная, попытка городского скетчинга, ну такая себе попытка, не очень, скажем так. Кусок ловца снов, здесь я делала упор на перья, и как-то они не очень получились. Кривой олень с кривыми рогами и странной мордой. Это ужасно. Позор. Опять кривая, но очень носатая девочка. Девочка-индеец, наверное. Дальше я увидела у кого-то рисунок, сделанный вот такими штрихами, и попыталась его повторить, и у меня получилось очень плохо. Слишком много позора дальше, простите за паузу. О, ловец снов с деревом. Неплохой, но и нехороший такой, обычный. Сова, которая мне тоже до сих пор нравится. Я ее уже даже перефотографировала несколько раз. Затем вот такой совершенно кривой волк. Что это? Вы это видите, да? Что это такое?
Ну, здесь была неплохая задумка, вот кролик в норке спит прям под воющим волком, но волк ужасен. Идем дальше. Еще один ужасный олень. Какие-то совсем кривые животные. Видите, я собрала все мейнстримы в кучу. Олень, ловец снов и космос. Какой кошмар. Дальше, вот этот кетч мне нравится. Жираф среди берез. Не спрашивайте, зачем. Иногда так много вопросов, так мало ответов на них. Очень кривая девочка с очень кривой рукой, которая очень криво спит в какой-то пустоте из штриховки. Лис с пером и в очках. Не знаю, что это. Два маленьких рисуночка с котиками. Котики — это наше все. Вот такая вот девочка сказочная, которая читает книжку. Или просто смотрит в эту книжку, или вообще спит с книжкой. Главное, что с книжкой. И, по-моему, это все. Тут есть еще кое-что, но это тоже позорно. Так что мы переходим к другому скетчбуку. Так, он начинается с черной страницы, которую я немножко разрисовала белым, но потом мне надоело, и я не закончила. Дальше дудлинг вот такой с птичками. Не особо интересный, ну ладно. Здесь вот такие вот котики на ковре. Слоны. Слонами я, кстати, довольна до сих пор. Довольна как слон. Здесь вот такая ящерка. Дальше ловцы снов мои любимые, которые я очень много рисовала раньше. Да. Один такой северный, а второй очень огненный. Космическая сова с космосом внутри глаз и тела. Какой-то очень странный рисунок и не очень красивый. Мои любимые цветы. Недоделанный кусок и доделанный кусок. Так, дальше у нас идет вот такая лиса, которая мне, в принципе, нравится. С вот таким фоном странным. Ладно. Затем вот этот павлин, который похож на раскраску антистресс, и я его так и не доделала, потому что это слишком большой стресс для меня, раскрашивать такое количество деталей. Дальше... Так, даже не говорите мне про это лицо, я все знаю сама. И про эту морду тоже. Но задумка была неплохая. Осуществлено корявенько. Лес. Все бы ничего, если бы вот этот черный цвет, который совсем не черный, не отливал бы красным, такими противными бликами. В общем, это рассвет, а это закат. Или наоборот. Не знаю, кому как нравится. Так, дальше пропускаем. Вот этот тигр. Вот я им прям гордилась, когда нарисовала, но теперь я вижу, что он какой-то кривоватый, грустный и очень плохо покрашен. Но ладно уж. Девочка без анатомии, но зато с красивыми перьями. Еще один рисунок этой же серии с волком, очень грустным волком, нос которого смахивает на пятачок. И я не стала его доделывать, я в нем преждевременно разочаровалась. Дальше вот такой вот кит с городом и на фоне циферблата. Не знаю, что это значит, просто мне захотелось так нарисовать. Вот этот рисунок... Один из моих любимых. Здесь просто зебра в куче листьев. Не знаю, вы видите здесь зебру? Надеюсь, что да. И надпись, которую я придумала сама. Одинокая зебра, зебрит в дебрях. С моей буквой R это не очень хорошая поговорка, но ладно. Так, дальше много всего неинтересного, недоделанного, странного. Вот это Мерида с очень странным лицом. Но вот прорисовкой волос я прямо даже гордилась первые дня два, наверное, пока не осознала их убожество. Дальше уже идут зимние рисунки. Здесь я экспериментировала с граффити, не знаю, кто как говорит. В общем, вот так получилось. И еще вот такой у меня был опыт с инопланетянином. И еще вот этот с бананом. Здесь неплохо получилась стена и вот эта надпись, но мне как-то не нравится цветовая гамма, и не стала это заканчивать.
Нет, не потому, что мне лень. Вот это совсем зимние, миленькие рисуночки с енотом и лисицей. Мне не нравится. А вот этот олень, я даже решила не доделывать ему фон, потому что он так неплохо смотрится, особенно если закрыть вот этот просвет. Нормально. И вот такая сова в волшебном лесу. Немножко странная и грустная, и чуть-чуть упоротая. Как будто бы она стережет не растения, а грибы. Волшебные грибы. Дальше вот такой кролик. Мини-мишный такой кролик в травке. Вот такой вот кот с елкой и медведь с кучей подарков, ненаделанный. И, по-моему, тут было что-то еще. Да, вот такой вот тюлень, тоже с кучей подарков на носу. Как бы праздник на носу. Вот. Я его рисовала прямо на зимних каникулах. На этом все. Спасибо за внимание и пока!